О, боже мой, я сейчас пухну. Извините. Я пухну. Балбалфо, добрый день. Добрый день. Можно оформить доставку еды? Да, конечно. Сейчас, минутку. Пожалуйста. Что хотели заказать? Я хочу кока-колу. У нас доставка от 500 рублей. Я понимаю, так мне помимо кока-колы еще покушать можно. Ну, говорите, что хотите заказать. А вас как зовут? Вас как зовут? Катя. Катя, да? Да. Ну, я вот смотрю у вас на сайте, вот, курица тири-тири-каки. Курица тири-тири-каки. Её хотите, да? Хач-хач-хач-пури по-аджарски. Хач. Угу. Я хочу хач-пури. Вот этот вот. Добавьте, пожалуйста. Угу. Потом ундон с куриным филе. Угу. На хачапури туда кинули? Да, в заказе есть. Я вам потом все продублирую. Да, да, я скинул номер нормально. Набери, пожалуйста, да, сука, пока оно спать не лягло. Чизбургер есть? Чизбургер. Чизбургер. Да, с хачапури. Туда хочу. Это весь ваш заказ или что-то еще? Не-не-не, чизбургер вот этот большой, который, бол-бол. Там есть и чизбургеры под названием, и бол-бол. Вам какой, бол-бол или чизбургер? Он побольше будет, бол-бол вот этот. Да. А есть какой-то алкогольный напиток, только дешевый? Пиво есть только. Оно безалкогольное? Алкогольное. Блин, а мне папа, наверное, не разрешит такое. Ладно, блин, хорошо, я вас понял. Тогда не нужно. Можно тогда еще мне... Хачапури по-мергельски. У вас уже есть? Вам и по-аджарски, и по-мергельски? Да. Хочу хачапури много, чтобы было. Бал-бал. Угу. Вас как зовут? Катя, да? Или Света? Да. Ой, Ксения. Катя. Ксения, скажите, пожалуйста, ну, у вас часто, в общем, мальчики заказывают такие маленькие? Меня Богдан зовут. Богдан? Угу. Богдан. Да, часто заказываю. Я Богдан, я Богом данный. Непростой человек звонит вам. Поймите меня. Да? Да. Хорошо. Заказ будете оформлять? Да, скажите, Ксюша. Пожалуйста. Да, Ксюша. Сейчас оформимся. Так. Сейчас, минуточку, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алло, добрый вечер. А кока-колу добавили туда? О, у вас-то голос поменялся. Здравствуйте. О, здравствуйте, меня зовут Георгий, а вас как зовут? Боже мой, вас зовут так же, как мою собаку покойную. У меня овчарка тоже Георгий была. Боже, блин. Замечательно. Ужас какой, блин. Да. Фу, блин. Ладно, просто давайте оформим заказ и разойдемся нормально. Не доводите. Давайте я повторю ваш заказ. Да, ваш заказ, пожалуйста. Курица терияки на рисе, хачапури по-аджарски, удон с куриным филе. Да. Мне там два хачапури от этих пури, два. Там у меня два их. Да, второй хачапури по-мигрельски. Один да. по-аджарски, другой по-мигрельски. Угу. Два разных хачапури. Да, два их, два. Угу. Да, да, что-нибудь бол-бол. Еще? Бол-бол вы добавили? Бол-бол-бургер добавил, я сказал. Большой, да? Двойной вам, да, бол-бол-бургер? Да, вот который бол-бол, вот этот очень вкусный написано еще. Да, у нас может быть с одной котлетой, либо с двумя. Вам с двумя или... Мне нужно, чтобы с двумя было. И пиво безалкогольное. У нас безалкогольного пива, к сожалению, нет. А вы можете мне тогда алкогольное положить, но наклейкой содрать с него и сказать, ну, там, типа, черная головка или что-нибудь, чтобы мне папа не увидел? К сожалению, пиво мы не можем отправить вам. Почему? У нас, ну, пиво на доставку нельзя, запрещено законом. А, понятно, значит, блин, все. Я понял вас. А можно мне позвать Ксению? Она мне разрешала. Кого позвать? Ксению, вот я общался, она мне разрешила пиво. У нас Ксения не работает. Ну, как ее там зовут? Катя или как? Там, неважно. А, да, Екатерина. Она ошиблась.
Нет, а можно мне, пожалуйста, ее? Ну, мне на пару слов ее. Ну, она, к сожалению, занята другими гостями. Да? Ну, а кто же у нее там возле меня появился? Я администратор. То есть она принимаю меня больше, она меня больше не любит, да? Ну, по всей видимости, да. Любовь прошла, она вас больше не любит. Кобыла вонючая, блин. Сначала обнадежила, блин, меня, а потом, блин, взяла и просто, блин, кинула. Дрянь. Да, простите, как вас зовут? Напомните, пожалуйста. Богдан меня зовут. Богдан. Батон? Богдан. Богдан? Богдан. Ты сам ты, да. Батон, блин. Да, Богдан. Я прошу прощения, мне послышалось. Да. Все, да, ладно, вы блин. Говорите. Я не хочу у тебя ничего есть, у тебя все воняет, понял, батон. Да, супер, замечательно. Тогда вам всего доброго. Я взял бы, насрал бы на бургеры твои, блин, понял? Я приеду и насру на них. Приезжайте, когда вас ждать? Я приеду тогда, когда приеду, понял ты, батон, блин. И насру тебе во все твои хачапурии, понял, блин, дурак. Прекрасно. Я сказал, блин, все, давай, блин, козел. Да, всего доброго. Я насрал хачапури по-аджарски, блин, ну давай. Две кучи или одна? Фу, какая гадость. Георгий, блин, меня так овчарку звали, Георгий, то есть... Оргия геев, блин, все, давай. Че ты смеешься? Счастливо. Давай, батон, давай. Давай, батон, удачи. Давай, удачи, батон. Да, скажите, по какому адресу доставка вам так доставить? Так обошел ты со своим доставкой, блин. Я бы сам приехал, насрал бы тебе там бургеры твои, блин. И в пиццу. Ну, приезжай, чего ты. Все, давай, сейчас приеду, блин. Приезжай, давай. Сейчас приеду со своей братвой, блин. Сейчас братву подтяну, мне тиктокерская бригада там. Через сколько ты приедешь? Я сказал, батон. Блин, мы сейчас приедем всей тиктокерской бригадой, блин, и тебе покажем, кто такой батон. Понял, блин? Батон. Давай, через сколько ждать? Шуруй давай. Шуруй. Вот так вот он Богдана, сука, батоном называет? Ну, я тебе устрою. Привет, понял, здравствуйте. Привет, Пупок. Алло, это Пупок? Алло. Это Пупок? Какой Пупок? Ну я звоню, Пупук называется, ресторан. Алло. Говорит, привет, это Пупок, блядь. Я говорю, привет, Пупок. Он раз и слился, дурак. Алло. Пупок, ты сбросил? Я просто... Сейчас тебе язык вырву, понял? О, Пупочек, привет. Не хочешь мне еды сделать никакой, покушать? У тебя твой номер, между прочим, определился. Сейчас я и позвоню что? Твоей маме. Зачем? Да-да, не надо маме. Почему сразу маме? Да, алло. Алло, Пупок, у меня что-то с вами связь обрывается. Давайте решим вопрос, покушать сделаем. Алло. Ну и как мы его будем решать? Ну мне надо приехать, наверное, или как? Или вы мне сами доставку сделаете? Я просто кушать хочу, Пупок. Вы можете сами приехать. Ну хорошо, это ж правильно я попал, Пупок? Ресторан Пупок? Нет, Пипоня. А, ну какая разница, Пупочек. Хорошо. А сколько там будет пиццанька готовиться? 20 минут. 20 минут? Ну хорошо, я как раз пока дойду пешком, мне тут недалеко возле Пупка живу. Это вы Перовский, да, правильно я понимаю? Да, Пупок? Да, верно. Ну, я понял. Я там когда-то поссал прямо у вас возле Пупка. И шел тут. Это со школы, блин, смотрю, Пупок. Ну я, блин, взял письку, достал и пописал. Ну и шо? Не плевать, я Богдан, я могу себе это позволить. Понимаешь, Пупочек? Понимаешь? Или ты ничего не понимаешь? Сидишь там, все пицценьки готовишь. Может быть, ты уже взрослым будешь, наконец-то? Извинись за то, что ты меня оскорбил. Ну, Пупочек, не хочешь ли ты поговорить о жизни, о чем-то больше, чем просто о нас с тобой? Ну? Может быть, ты хочешь как-то извиниться передо мной, перед Богданом? Не было у тебя такой мысли там, хотя бы на минутку? Здравый смысл у тебя не появлялся, нет? Скажи мне, пожалуйста. Не стыдно тебе вот так вот со мной разговаривать? Пупочек. Алло, почему ты молчишь? Ты меня боишься? Скажи честно, ты боишься Богдана. А зачем меня бояться?
Я сильный, я согласен, я самый сильный в классе. Ну и что? Я сильный не потому, что сильно, ну, на забивы хожу, а потому, что просто я умный очень. У меня папа в ВДВ служил, понял? И он таких пупочков, как ты, знает, знаешь, за версту чувствует. Понял? Алло. Алло, не слышу тебя. Почему ты молчишь, как девка? А, ты такой слабенький весь там. Обмякший сидишь, наверное, да? Плачешь. Ты, наверное, очень грустишь и плачешь, у тебя Богдан попускает, сидит. Ой, как тебе, наверное, обидно. Слезочку роняешь там. Хлып, 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 да? Давай, давай, дружочек. Терпи. А как тебе еще? Как тебе еще называть, если ты мне пиццуньку какую-то плохую сделал, а? А мне не понравилась она. А если бы она была вкусная у тебя пиццанька, тогда бы я тебе не говорил бы гадости. А сейчас я тебе скажу. Твоя пиццанька мне не понравилась, побочек. Поэтому сделай, пожалуйста, Богдану новую пиццаньку. Бесплатно. Сегодня у меня день рождения. Мы собрались все за одним столом. Все мои лучшие друзья. Я и Сережа. Он мне сделал подарок. Купил шапочку бумажную из Ашана. Я сижу сейчас в шапочке, и он в шапочке. И мы хотим пицценьку. Пупочек, организуй, пожалуйста, праздник. Енотик твердый раз донатит пожилому вору, чтоб он позвонил другу Деп старый. Слышь, ясно, ты меня боишься, да? Ну давай тогда, дяденька, пока. Ты лох. Угу, получил, дурак? Все, давай, пупок.